Утро у самарских автомобилистов выдалось необычным. Сотрудники ГИБДД, останавливая водителей, не выписывали штрафы, а поздравляли с наступающим Новым годом. В этом инспекторам помогали ученики 65-й школы. В рамках акции «Безопасный Новый год» дети дарили автомобилистам подарки, сделанные своими руками, а также напоминали о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Такая акция у нас проводится уже второй раз. Проходит она очень хорошо, позитивно, поэтому я думаю, что мы будем продолжать ее дальше. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. У нас детишки делали подарки. Вот, хотят вам подарить. Спасибо большое, вам удачного Нового года. Хорошо учиться, родители слушать. Спасибо огромное. Акция на дорогах города прошла при участии общественного совета при управлении МВД России по Самаре. Я считаю, что это в преддверии новогодних каникул очень хорошая стала уже традиция, чтобы совместно проводить такие операции. В этот раз в акции приняли участие все школы города. Светлана Кудрявцева, Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.